В прямом эфире это начинается следующий бой. Ну, два слова про бой вот сегодняшний. Сложный бой, все нормально. Первый бой. Ринг чувствует. Соперник слабый. Конечно, да. После финала чуть-чуть нормальный соперник. Дальше будет последний. Да, после. Первый бой, второй бой. Сейчас это тоже вот ваша весовая категория, да, можно немножко посмотреть. Вот вы можете посмотреть нашу прямую трансляцию. Хорошо. Вам нравится, вот так, как все организовано, да, здесь? Да. Финале Хамид. Финальный бой. Я проиграл. Это представитель Индии, да? Да, Индия. Да. Первый номер, да. Здесь вообще команда хорошая Индии, да, так достаточно много делают. Да, есть много хороших боксеров. У вас, скажите, пожалуйста, у вас очень сильная команда, у нас всегда так тепло принимают много болельщиков в сборную вашей страны, вашего государства. Сейчас, как вы сказали, хорошая команда у вас сегодня? Да, все нормально, хорошо. Команда хорошо чувствует. Хорошо, да. Да. Первый номер боксер Узбекистан. Скажите, пожалуйста, вот такой главный вопрос. Вот я все время пересматриваю кадр, да, когда вы вот объявляют, что вы выиграли бой, финалы, олимпийские чемпионы, вы радуетесь. Вот расскажите нам сейчас, как что вы чувствовали? Это очень интересно. Нормально чувствовал, да. Еще впереди, да. Ну это же Олимпийские игры, да? Да. Ни с чем не сравнить, или можно сравнить? Нет, я хочу Токио один еще раз Олимпийский чемпион. Да. Я думаю. Да, двухкратный Олимпийский чемпион. Это без сомнения. Да. Без сомнения. Да, иншаллах. Я думаю, да, конечно. И у вас же праздник большой идет сейчас, да? Да. Поздравляем вас, люди вашего вероисповедания мусульманского, с большим праздником. Я думаю, это большой подарок, да, вот сейчас Рамадан, правильно? Сейчас Рамадан идет. И спасибо вам большое, что вы выступаете. Спасибо. И дарите победы своим землякам. Такой вопрос. А где ваша медаль золотая? Золотая медаль дома. Да, дома. После Олимпиады Джахон чемпионат медаль. Да, Екатеринбург. Медаль дома. И тоже, и та золотая. Да. И та золотая, да. Хорошо, пожалуйста, отдыхайте, если можно. Мы сейчас так. Здесь много быть большой интерес, небольшое фото. Давайте с тренером тоже. Вместе с нами, давайте с нами. Да. Не, вы давайте с нами вот сюда. Все вместе. Вот. Садитесь. Друзья мои, вот это здорово. Все, разочек. Спасибо огромное, что участвовали в прямом эфире. Можете потом посмотреть ссылку, как был бой, как ваш комментарий. Удачи вам, удачи. Друзья мои, я вам напоминаю, что потрясающе мы сейчас с вами слышали в прямую, живую. Конечно, садитесь, пожалуйста, садитесь. Друзья мои, мы продолжаем наш репортаж. Сейчас снова одеваем гарнитуру. У нас сейчас наставник олимпийского чемпиона. Пожалуйста. Нам всегда очень ценно из первых рук слышать комментарий. Пожалуйста, ну давайте так сначала, да, прокомментируйте бой все-таки Заирова. Заиров, это первый бой у него сегодня начался, турнир для него. Вот, мы уже, так сказать, полуфинале. Вот что ждем, кто в этой паре сейчас выиграет, значит, выйдет на Шахабеддин Заирова. Как вам турнир, как вам Санкт-Петербург? Вы часто приезжаете, да, к нам постоянно. Расскажите, пожалуйста. Очень интересный турнир, очень организованно. Все, регламент, все четко. И, как
так сказать. Одно удовольствие боксировать. Как вы думаете, хотите сделать прогноз? Можете, сколько ваших боксеров будет в финале? Ну, это сложно так сказать. Ну, ринг покажет, сколько будет. Ринг пока покажет. У нас две потери, ну. Да, да, мы вчера, позавчера и, все смотрели. Здесь две потери. Ну, идем, ничего, хорошие. И бои будут интереснее, я думаю. Полуфинал, финальный бои будут очень интересные. Скажите, а отборочный цикл у вас как будет? Лицензия? У нас уже был отборочный лицензион у нас был. Это Азия-Океан, у нас проходился в март месяце. Это был в Иордании, Омане. Да, да, да. Мы тогда из 8 заняли 6 путевок, и у нас двое попали по этим, как сказать. По лицензиям. По лицензиям, да. Команда у нас в полном составе. Все уже скомплектовано практически, да? Да. Ну что ж, еще скажите, пожалуйста, вот вы сейчас нам говорили, это как раз вот выступает боксер из Индии, который был у вас с оппонентом в финале, да? Вот финале немножко будет... прокомментируйте, вот, что мы это, сейчас с вами видим. Хамид, мы его очень знаем, вот, это интересный боксер. Вот он, когда в финале боксировали в Екатеринбурге. Да-да-да. Вот. Интересный мальчик, интересный боксер. Вот. Он такой левша, да? Левша, он разнообразный. Разнообразный, такой, да, 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 да. Разнообразный. И посмотрим завтра. Ринг, да, покажет. Ринг покажет, да. Еще раз напомните нашим телезрителям ваше имя, отчество и вот звание. Я Кабинов Истам Ашурович. Да, да, да. Я тренер команды сбора команды Истам. И тренер, чемпион Олимпийской игры, чемпион мира Шахабеддин Заиров. Да, это мы знаем, просто для телезрителей. Истам Ашурович, ну, много смотрит народу, потом вы можете посмотреть, как это все выглядит, запись, все это показано. Поэтому не будем больше вас отвлекать. Спасибо. Огромное вам спасибо, что согласились прийти в наш прямой эфир. И, конечно, еще раз вам удачи и увидимся еще. Спасибо. Спасибо за приглашение, очень спасибо. Интересно. Истам Ашурович, спасибо. Будем болеть на всю почву. Еще раз спасибо. Я Константин Осипов, комментатор. Да, Константин Осипов вместе с вами. Спасибо еще раз, я говорю Истаму Ашуровичу. Вот так вот, да, у нас, смотрите, как сразу же первый бой, без раскачки, без всяких каких-то предисловий. Имели мы возможность пообщаться с олимпийским чемпионом. Вот это да, потрясающе. С его тренером. Узнали все секреты, где находится олимпийская медаль, какая мечта у Заирова. Даже сейчас, понимаете, мы не отвлекаемся от поединка, который идет, потому что боксер из Индии – это тоже соперник Заирова. То есть все как-то у нас так переплетено и так, знаете, интересно, что я просто могу не сдерживать эмоции и аплодировать турниру Кубка Губернатора 2021. Уже не раз мы подчеркивали, ну не только мы, а специалисты и комментаторы, журналисты, которые работают у нас здесь на соревнованиях, что индийская команда очень хорошая. И вот как раз мы с вами смотрим боксера, который отдыхает сейчас в синем углу. Это финалист чемпионата мира, и уступил он в Екатеринбурге только вот чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Шахабеддину Заирову. Ну, я честно вам скажу, я как эксперт бокса и как комментатор вот давно хотел, давно вот так и сам пообщаться, и вам, дорогие друзья, рассказать. И показать этого замечательного человека, вот так вот открытого, общительного, показать в прямом эфире. Ну, давайте все-таки посмотрим бой, эмоции у нас сегодня нас переполняют, а программа-то идет дальше. И действительно, в этом данном случае мы с вами смотрим в фрагменте трансляции российского боксера. Это интересно. Это у нас с вами Амир Галанов. Да,
Хороший бой, интересный поединок. Понятно, что уже близко полуфинал, близко решающие поединки. И, конечно, прежде всего, не зря отметили вот и наши гости из Узбекистана хорошую работу индийского боксера на ногах. Он левша, хорошо двигается. Так что придется нам с вами сейчас посмотреть. Осталось совсем немного в этом поединке. И нам осталось смотреть, кто же выиграл. Такая у нас с вами сегодня вот получается история по весовой категории 52 килограмма. Ну, а затем с вами начинается, у нас с вами начинается программа 57 килограммов. Сегодня, дорогие друзья, у нас 15 пар. Тоже насыщенная такая очень программа. Увидим мы с вами 63 килограмма и 75 килограммов. И самое главное, конечно, это супертяжеловесов. В конце уже трансляции посмотрим, поболеем. Завершается этот поединок. Я думаю, что... Давайте не будем опережать события. Лично мне пока кажется, что получше был боксер из синего угла. Ну, посмотрим. Ну, давайте дождемся. Ну да, мы были правы, дорогие друзья, и ваш комментатор, и вы, кто сейчас смотрит нашу трансляцию. Единогласным решением разночтений никаких не было. Амит, боксер из Индии, выигрывает. И вот да, смотрите, только один раунд.